но предпочел его не называть. И самое главное, где в этот момент была Елена Крикалева? И женщина как раз подходила к дому, когда ее оглушили и забрали ключи. Что? А не одна ли сама совершила преступление? Версий было множество. Почему вы пытались бежать? Очередной вопрос вызвал Нормана такую реакцию. Я испугался шантажа за эту русскую девочку. Свое странное поведение гражданин ФРГ объяснил тремя буквами. К, Г, П. В советские годы на тему КГБ было множество анекдотов. Вот, к примеру, один из них. Встречаются два приятеля. За мной не виделись, разговорились. Ну, как вы дружите? Как же вас человеку заниматься? Я шпион. Ты не серьезно? Я шпион. Ну, мы можем лепать теперь друзьями. Да сладко им домино. Легко. Я знаю. А у меня еще есть такая слабость. Я ночью люблю встать в холодильничке, и там этот пирожок, капец, который зря приготовила. Я в курсе, около 3 часов ночи. В анекдотах о шпионах и КГБ сотрудники госбезопасности оказываются в нужное время в нужном месте и всегда знают все обо всех. А вот у иностранцев аббревиатура KGB вызывала почти священный ужас. Так случилось и в нашей истории. Когда Курт Нойман убили сотрудников КГБ, его внезапно осенило. Весь этот кошмар – провокация спецслужб. Подальше – ультиматум, вербовка. А ведь Курт в Западной Германии не последний чурбок. В истерике Нойман пытался сбежать, о чем теперь искренне и глубоко сожалел. Был готов показать всемирное содействие следствию. И самое главное... Его убивал. Я не убивал.